Савва, тень Амалика там, за твоей и моей спиною, там, где слабые наши и наши больные места. Но восходит заря на вершине холма за рекою, и на фоне рассвета распятые руки Христа. И пока эти руки, божественный символ победы, будут взгляду видны, будут сердцу бессмертно близки, рассекутся моря, и влекомые облаком света, мы пройдем сквозь пучины, которых растают враги. Даже грозные волны расступятся крепко стеною, мы пройдем, как по суше, предав себе в руки Христа. И пока эти руки подняты над грешной землею, не одержит Амалик победу в борьбе. Никогда мы получим победу, когда, ненадолго утихнув, беспокойный Амалик опять шевелиться начнет. И в тылы заходя, и стреляя предальчески в спину, он достойный отпор и надежную крепость найдет. Спотыкаясь и падая, может, чуть-чуть отступая, но с удвоенной силой опять поднимаясь на бой, на вершину холма, на простертые руки взирая, мы одержим победу еще перед ранней зарей. И пока поднимаются руки над грешной землей, и пока их надежно поддержит Христова любовь, не сдаваясь врагу и борясь постоянно с собою, мы однажды дадим свой последний решающий бой. Да, мы все уязвимы и все недостатки имеем, но пока мы способны бороться, любить и страдать, как опорой стал Аарон на горе Моисея, так сумеем и мы для кого-то опорой стать. Если наше плечо мы поставим под ношу другого, то с победой друга и наша победа придет, и отступит Амалик от силы молитвы и слова, от слепящего света души совершенных высот. И позорно сбежит амаликское грозное войско, возликует душа, и как птица взлетит в небеса, потому что светла и в пустыне безлюдная дорога, если Божья любовь совершает пути чудеса. Мы все время в борьбе, до победы, до солнца заката, поле битвы лежит у подножья Голгофских высот. И пока нам видны эти руки спасения и правды, мы сильны, и Амалик в наш стан никогда не войдет. Аминь.